Всем привет, это у нас Монахиня 173. В данном видео рассмотрим три интересных момента, предложенных иностранным подписчикам. Давайте начнем с призрака. В первом моменте он предложил монашку разместить около палки, которая выдвигается на втором этаже, прямо из балкона и до конца спортивного зала. Нам понадобится, конечно же, взрывной горшочек и монахиня. Она пока что молится, а мы будем все готовить. Главное, чтобы на горшочек не столкнуло. Давайте его поместим на подоконник. Идеально влетает. Рассмотрим сейчас наше везение. Кстати, также нам будет помогать сегодня на всякий случай киберхакер, если вдруг что-то пойдет не по плану. Смотрите, он у нас здесь справа. Бам, нажимаем. В общем, он там прячется. Так как сегодня видео не посвящено напрямую киберхакеру, поэтому я его спрятал. Смотрите, вот. Смотрите, сейчас мы побежим к палке. Горшочек берем. Я надеюсь, монашку не выкинет за пределы балкона. Вот сюда. Давайте пока что кривошип крутанем. Вот что такое кривошип. А раньше кривошипом назывался заводной ключик. Вот. Задача. А, кстати, давайте выберемся. Ой. Улетел, хитрец. На. Монашка, иди ко мне. Пока что стоим здесь, потом обойдем. И монахиню таким образом мы сможем вытолкать на саму палку. И возможно, когда она очнется, она сможет ходить даже по ней. Сейчас мы это протестируем. Так, ну она почему-то не хочет к нам идти. Давайте пошумим теннисными мячами. А теперь сюда. Отходим. Так, она приняла взлетные конфеты. Ох ты, класс. Ну-ка, а теперь нам надо ее затолкать. В принципе-то. А это вообще реально? Она, скорее всего, респаунится по ногам. Ну да, она неплохо толкаема. Получше, чем босс в корпорации X. Смотрите, она сейчас... спружинит и, скорее всего, куда-нибудь улетит. Давай. Мне нужно ноги ее переместить за пределы. Это будет первый тест. По крайней мере, одна нога уже вылезла. Смотрите, меня не пускают. Хорошо, давайте распрыгаемся и перелетим через нее. Скорее всего, она респаунится по ногам. Но, возможно, по левой ноге. У нас правая нога находится за пределами. Ну как же так-то? Поехала. Так Грэнни иногда делала, когда я ее устранял в момент постановки капкана. Все, бежим снова за горшочком. Эти интересные моменты нужно еще заслужить. Я с горшочек уже кинул прямо в воздухе. Почему она не идет на балкон? Во. Так, ну ладно, недалеко улетела. Смотрите, можно по мячу залезть. Что? Меч просто выбросил. Смотрите, наша задача ее поместить вот сюда. Она молодец. Да, такого я ни разу не делал, чтобы монахиня у нас была на доске почета. Она просто может свалиться, если я ее дальше толкну. Видите, она уже нацелена на нападение. За пределами получилось. Монашка, иди ко мне. Вау. Сейчас давайте попробуем попасть на палку. Так, еще один прыжок. Ну-ка. Монашка, вот. А, то есть она будет вечно теперь идти здесь. Она на палку не пошла. Бам. Нет, я сам принял взлетные конфеты. Функция батута не потеряна. Нет, она бежит на том же месте. У нее не прописана функция бегать по другой местности. Ах, ты просто вниз улетела. Смотрите, горшочек едет на мячике. Редчайшие кадры. Вау. Просто карусель. Долгие катания. Хорошо, возвращаемся наверх. Еще один раз попробуем и перейдем к следующему интересному моменту. Его предлагал не только данный подписчик, а еще и российские подписчики. И ко мне, да?
Ладно, выталкиваем. Кстати, может быть, ноги сразу и закину. Она так и остановлена. Смотрите, мы можем перелететь. Опять-таки, с помощью киберхакера. Ура. И посмотреть за восстановлением монашки свысока. Даже можно с манекена. Он явно ведь держит. Так, что у него держит? У него держит крылья. В остальном он прозрачный. Так, она за пределами, похоже. Давайте ее отпускать. Да, за пределами, ура. Вот это везение. Не берется. Но также, видите, идет. Если бы я ее мог перенести, это было бы другое дело. Давайте переходить к следующему интересному моменту. Нам нужна сложность. Да давайте нормально. И подписчики сообщали уже многие, что если мы залезем в шкафчик, нас монахиня тронуть не может. Так, ну, для подстраховки нам нужна двустволка. А лучше маска, конечно. Вот сюда, допустим, залезть. Yes, иди ко мне. Прямо перед ней залезем. Так, а если она порится на шарике, что будет? Иди ко мне. Я залез. То есть она меня видит? Смотрите, она здесь стоит. Да, поймать не может. Ну-ка, дверь закроем. Чтоб прошла. Просто уходит. Ой. Давайте в другую часть залезем. Она со стороны атаковала. Вау, мне интересно. Это как? Она другого меня поймала. Подождите, такого же не могло быть. Хотя подписчик показывал именно шкаф на втором этаже. Но с первым отделением шкафа прокатило, со вторым нет. Кстати, шарики вырастают из нулевого размера. Они не сразу же летят максимального своего радиуса. Жесть, жесть, жесть. Сейчас попробуем залезть также во второе отделение. То есть она уже забыла, где я. У нее память просто нулевая. Бам. Она меня где-то сбоку устраняет. Это еще более интересный момент, чем если бы она меня не атаковала. Все, теперь пойдем на второй этаж. Исследовать шкафчик там. У нас, конечно, последняя жизнь. Ох ты. Давайте ноги пока залепим. И здесь уже шумим. Кстати, пустая двухстволка. Просто палка. С кока-колой. Я бы кока-колу выпил. Кстати. Ух ты, страйк, видели? Две картины одним выстрелом. Вот, что показывал подписчик. Сначала должны пошуметь. Они почему-то вниз летят в бок. Из правой части. Жесть. Это что происходит сейчас? Конечно, продолжаем. Вы видели, она сбоку проехала просто. Получается, я нашел новый баг, что она теперь атакует со стороны как-то. Давайте специально попадемся. Она будет вообще нормально теперь атаковать? После того, что меня атаковала в шкафчике со стороны. Нет, сбоку, мы не видим ее. У нее сбилась камера. Все. Ой, она меня еще допинывает, видите? Как это повлияет, интересно, на конечную сцену с ней. Мы в любой момент можем не продолжать игру за монеты. И посмотреть все. Ух ты, молодец. Да, на часть пути едет. Я здесь. Так, понятно. Ее нужно обводить со стороны. Ура, ура, ура. Yes, и залезаем. Во. Не, теперь она атакует со стороны. Давайте посмотрим на конечную сцену. Что же будет? Это что там с ней было, видели? А монашки просто нет. Ура, она провалилась. Ничего себе, сцену смотрим без монахини. Кстати, там монашка появилась. Назад в меню. Это что вообще за чудеса? Играть.
Сейчас снова начнем с проверки данного бага. Давайте уже на легком. Возможно, все дело в том, что она у нас играет с мечом. Она мне как-то достает. Да, она атакует меня мечом. Подписчики не уточняли, с каким оружием должна монашка играть. Но теперь, скорее всего, у нее камера слетела. Давайте назад в меню и выберем монахиню с молотом, стандартную. Снова проверяем этот же момент. Только более правильно, потому что у подписчиков, скорее всего, был молот. Иди ко мне, иди ко мне. И залезаем. Нет, вы видели со стороны. Это мега чудеса. Все, и теперь переходим к последнему интересному моменту. Нам нужно будет монашку залепить шариками и после этого выстрелить из огнемета. Пока все тащим. Я такое уже вроде бы проверял. Но, по крайней мере, это было очень давно. Не помню эффекта. Огнемет заработал. Но у нас сейчас и монахиня забагованная. Поехала. Он ее всю залепил полностью. Теперь поджигаем. Возможно, она будет вечно гореть. Она сникла. Видите? В скриншоте от иностранного подписчика был именно момент. Что? При котором монашка была вся усеяна жвачкой. Ноги, живот и голова. У нее жвачка не слетает и огонь не слетает. Это сейчас. Может, разбагуется? Так. Фонарты подожгем. Они не горят. Вы только посмотрите. Монашка подожгла ворота. Сейчас дождемся, как она респавнится. И после этого дождемся конечной сцены. Почему-то с нее не пропали две жвачки. С шеи и с головы. А вот с ног так пропали. Ой, она за мной побежала, видели? Ах ты. Она как будто бы отталкивается от меня. Смотрите, она за мной вообще смотрит. Она реально под жвачкой смотрит за мной. Жесть, надо бегать. Она очнулась нормальной. Ну-ка, смотрим. Кстати, теперь анимация нормально работает. И будем ждать конечной сцены. И резко в костер. Сейчас начнется конечная сцена вот с такой монахиней, скорее всего. Вау. Если она вообще будет в сцене продолжить. Она в сцене. Смотрите, что она делает. Она ездит в сцене. Машет мне. Ах ты. Вот этого мы еще ни разу не видели. Не зря проверил. Давайте на этом видео закончим. У нас сегодня было рассмотрено несколько интересных моментов. Подписчикам за это отдельное спасибо. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.